войну. Всем привет! Сегодня... На канале Войну. На канале Войну. Всем привет! Сегодня принесли в ремонт по гарантии из Леруа Мерлен скарификатор. Вот так он вверх ногами выглядит. Короче, тут что-то с редуктором. Либо ремень, либо что-то пожестче. Давайте его открывать. Модель YT6702. Получается, здесь так поднимается крышка. Сейчас откручу вот эти винты и снимем крышку и посмотрим, что внутри. Вот так он выглядит. Значит, ситуация такая. Я снял крышку, и видите, крыльчатка трется о корпус. И по идее, ну, тут видно присмотреться, если вот след. Потом провода, скорее всего, были приклеены на термоклей, потому что они сейчас свободно болтаются. Не знаю, что, либо снимали и поставили. Чуть-чуть неправильно произошло смещение двигателя. Но им точно не работали после того, как обратно поставили. Потому что если его включить, тут бы поплавилось все. Ну, а здесь у нас следы повреждения. Возможно, все сместилось. Если даже вот так подергать, видно, что оно не докручено. Вот. А может, когда ремень слетел, удар произошел и это все туда толкнуло. Нож сняли. Вот и все внутренности. Плавный пуск, двигатель, редуктор. И видим, что оно не закручено. Почему-то. Скорее всего. Это не должно. Давайте это уже это. Подшипник. Это держит, не подшипник. Шкив передний. Ну и подшипник есть. Ремень порванный. Ну, здесь вроде все цело. Это нормально. Тут это продолжаем видео, пришли запчасти. Самое интересное в ремонте инструмента из Леруа Мерлен то, что если тебе, к примеру, нужна одна гаечка или одна шестерня, то заказать отдельно это нельзя, придет куча запчастей.
в этом случае. Вот подшипники Outdo. Видите, китайцы тоже используют и Outdo, и CHL. CHL, кстати, в Makita, Outdo в Bosch и в Milwaukee ставят. Здесь и здесь Outdo. И ремень разобрал. Ну вот эту часть можно по сути не менять было, хотя тут подшипник еще нормальный, но мы решили заменить все. Раз все пришло, пусть все новое и стоит. Все продули, прочистили, запрессовал новую шестерню, старую, и устанавливаем на место. Сюда установим большую новую. А сюда перекрутим на место корпус. Ремень здесь вот такой. Провода нужно приклеить, потому что на крыльчатку их намотает аж бигбом. Ну вот примерно так. Теперь провода отсюда никуда не денутся. Включать я в этом положении не буду, потому что нужно закрепить двигатель. А чтобы закрепить двигатель, нужно крышку верхнюю закрутить.
Так, сколько у тебя взять?